Что Сербии тут рядышком. Ретро-автомобили гоняют. Красивый ретро-автомобильчик. Сувенирчики различные. Украшения. Как без русских матрешек? Никак. В ресторанчиках прямо вот так вот на стенах пишут меню и стоимость еды. Некоторым зданиям нам по 500, по 600 лет, а толщине стен можно судить по вот этим колоннам, которые 1,5-2 метра толщиной. Men den är tydligen bra. Då var det någon annan innan jag åkte som sa det. Gå inte dit.